это Range Rover 4-го поколения. В обычных условиях я бы сказал новый, но нет. Эта машина за одни сутки устарела сразу на 10 лет, ведь ровно 10 лет выпускается этот кузов L405. И что уж совсем удивительно, что на презентацию нового 5-го Range Rover привезли старую машину, ведь не случайно, потому что большинство клиентов, очевидно, будут искать 10 отличий. На первый взгляд новый Range как две капли воды похож на предыдущий, но это иллюзия, потому что новый 5-й – это совершенно новая машина на новой платформе с новым кузовом, который на 80% состоит из алюминия, а на оставшиеся 20% – из высокопрочных сталей. Кузов с индексом L460 стал в половину жестче, а вот о массе не говорят ничего, и это намек, что внедорожник точно не похудел. В Москву привезли две машины – стандартную и длинную. Разница между ними по-прежнему 20 сантиметров. При этом оба варианта укрупнились. Плюс 35 мм в высоту, плюс 53 мм в длину. В итоге даже короткий рейндж перевалил за 5 метров. А колесная база обеих версий выросла на 75 мм. Ширина самого кузова не названа. Но по ушам, то есть по разложенным зеркалам, размах уменьшился на сантиметр. Прежде чем приступить к разработке дизайна внешнего вида автомобиля, был проведен опрос более 30 тысяч клиентов, которые владеют текущим поколением Range Rover. И та задача, которая стояла и была сформулирована клиентами, это не видоизменять автомобиль, а сделать его еще лучше. Поэтому силуэт очень узнаваемый. В то же самое время, если вы посмотрите на детали выполнения, на то, как выполнена фактически бесшовная конструкция кузова, как примыкают детали, стекло примыкает к элементам боковых панелей дверей, то, каким образом поменялось место расположения зеркал заднего вида, то, как изменилась передняя, фронтальная и задняя часть автомобиля, автомобиль сильно отличается от 4-го поколения, хотя имеет узнаваемый силуэт. И это особенно интересно, когда издалека вы понимаете то, что это Range Rover, и вы понимаете, что это Range Rover следующего поколения. Откровенно говоря, главный дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн тот еще визионер, потому что предыдущий 4-й Range, появившийся 10 лет назад, до сих пор выглядит актуальным. Логично предположить, что жизненный цикл новой машины тоже будет длинным. Представьте себе вот этот автомобиль в 2031 году. Будет он современным смотреться или нет? Скорее всего, да. И вот почему. Что нынче в моде? Минимализм. И это надолго, поэтому британцы немало постарались, соскабливая с кузова все лишнее. В итоге машина, особенно с закрытыми дверьми, смотрится как концепт-кар. Свежо, строго и несколько инопланетно. Это абсолютно новый автомобиль, 5-е поколение, культовое, и нужно было чем-то удивлять наших клиентов. Но удивление клиентов – это не основная задача. В первую очередь нужно было разобраться, как можно было улучшить уже автомобиль, который вызывает восхищение, который крайне востребован и желанный во всем мире. Удивлять, разумеется, начали технологиями, которыми щедро нашпигован Range Rover. В общей сложности бортовыми системами управляют аж 70 электронных блоков. Новые фары, само собой, они диодные, но если в Европе базовый Range оснащается обычным матричным светом, то в России доступна только топовая технология со светом на основе микрозеркал. Представьте себе чип, в котором больше миллиона маленьких зеркал. Микрозеркала бешено двигаются, формируя даже не световой пучок на полкилометра вперед, а световую картинку разрешением в миллионы пикселей. Смысл тут в том, чтобы рисовать на дороге подсказки. Эту технологию уже используют Audi, Mercedes и Lexus. И, скорее всего, перед нами новый стандарт в индустрии. Прогуливаясь вдоль кузова, невозможно не заметить плоские панели. Посмотрите, например, на крыло. На нем нет никаких выштамповок, так же, как и на двери. То есть дверь упирается сразу в порог, и все это вместе создает ощущение целостного монолитного кузова. Инженер обращает внимание, как плотно подогнаны стекла к стойкам. Они практически заподлицо. Смотрите, вот единое стекло сразу переходит в багажник. Кстати, о багажнике. В отличие от некоторых японских машин, здесь сохранена традиционная двухстворчатая система. Отдельно верх, отдельно низ. Багажник. Он стал чуть больше, чем в предыдущем рейнже, но появились новые фишки. Например, электропривод крышки. Медлительный, но работающий. Кроме того, полка, выдерживающая 300 кг, может быть легким движением руки или двух, превращена в диванчик. Кроме того, это длиннобазный Range Rover, который в предыдущем поколении был исключительно роскошным автомобилем, а здесь все иначе. А именно здесь, в багажнике, может быть впервые размещен третий ряд сидений, которого раньше не просто не было у Range Rover, а почему-то предназначался он исключительно более мелкому Range Rover Sport.
Моторная гамма. В каком-то смысле Range Rover вернулся на 20 лет назад, потому что под капотом бензиновой версии мотор BMW. V8, 4.4, битурбо, 530 лошадиных сил. Кстати, это не самая производительная версия этого мотора, но для Range Rover, очевидно, ее достаточно. Для России это единственная пока бензиновая версия. Что касается дизелей, то опять же V8 еще фордовской эпохи отправлен в отставку, а вместо него рядные шестицилиндровые моторы новой серии Ingenium. Для России доступны две версии – 249 или 350 сил. Избавляться от фордовского наследия и переходить на свежие двигатели собственной разработки Jaguar Land Rover начал давно. Ingenium — это модульное семейство четверок и шестерок, и трехлитровый рядник появился еще на прежнем Range Rover. А вот восьмицилиндровые двигатели в комплект не вписывались. И если судьба дизеля V8, который до прошлой осени выпускался силами Форда в Мексике, была предрешена, то новую бензиновую восьмерку нужно было разрабатывать самим, заимствовать или вычеркнуть из планов. Покупной двигатель для британцев не в новинку, и хорошо, что от такого мотора не отказались вовсе. А в России он нужен, в России он востребован. У нас достаточно большое количество клиентов, именно клиентов Range Rover, которые хотят приобрести автомобиль с силовой установкой V8. Дело в том, что V8 изменился. Это совершенно другой двигатель, который устанавливается на новом поколении Range Rover. Но есть рынки, в том числе российский рынок, где эти двигатели остаются крайне востребованы. Как водится, европейская гамма Range шире. Там есть еще и два варианта бензиновой турбошестерки и два подзаряжаемых гибрида на ее же основе. Раньше бензоэлектрическая версия базировалась на четырехцилиндровом моторе. А теперь установки и силенок добавили, встроенный в автомат электромотор выдает 140 сил, и емкость тяговой батареи увеличили втрое. Поэтому на электричестве можно проехать около 80 километров. В довершение ко всему, в 2024 году дебютирует полностью электрический Range Rover. Появятся ли электрички и гибриды в России, пока не ясно. А вот чисто бензиновые машины с шестью цилиндрами, вероятно, доберутся позже. Шестицилиндровый бензиновый мотор, он есть в гамме, он недоступен сейчас для российского рынка. Мы говорим о том, что на начальном этапе те двигатели, которые будут доступны, это шестирядные дизельные двигатели 249-350 лошадей и V-образный петрольный двигатель, новый бензиновый двигатель. В дальнейшем линейка двигателей будет меняться. Всем рейнджам положен 8-ступенчатый автомат ZF, 2-ступенчатая раздаточная коробка и даже активный блокирующийся задний дифференциал входит в базовое оснащение. То есть распределение тяги может 100 раз в секунду меняться не только между осями, но и между двумя задними колесами тоже. Да и в самой философии полного привода случилась маленькая революция. Британцы отказались от постоянного полного привода, и теперь момент на передние колеса передается через муфту, которая ради экономии топлива может полностью размыкаться в шоссейном режиме на скорости от 35 до 160 км в час. Новая платформа — это прежняя двухрычажная подвеска спереди, новая пяти, а не четырехрычажная подвеска сзади, пневматическая подвеска с двухклапанными амортизаторами Bilstein, и впервые все Range Rover имеют полноуправляемое шасси. Задние колеса умеют поворачиваться на 7 градусов. На скорости до 50 в противоположную сторону от передних колес. После 50 км в час параллельно передним колесам. Активные стабилизаторы с 48-вольтовыми электромоторами, которые подавляют крены, сверяются с показаниями бортовой навигации, исходя из текущей скорости и выбранного режима ездовой электроники. Еще одно новшество — колеса. В базовой версии они 20-дюймовые, а здесь 23. Напомню, что на прежнем поколении максимальный размер был 22 дюйма. У пневмоподвески по-прежнему 4 положения. Стандартный уровень в 160 мм может быть понижен до парковочного, повышен до внедорожного или вовсе встать на цыпочки. Правда, в самом экстремальном режиме прежний рейндж поднимался чуть выше. Но в целом не похоже, что внедорожные таланты пострадали. По-прежнему заявлена способность преодолеть 90-сантиметровый брод и подняться по 45-градусному склону. Чем хорош Range Rover? В этой машине не стыдно поднять кресло повыше. Командирскую посадку они считают особенностью модели. А вот изучать салон будем по версии SV. Это самая дорогая модификация в линейке. Делает ее вручную подразделение Special Vehicle Operations. И эта машина появится позже других, примерно через полгода, в середине 22-го. Версия SV отличается прежде всего отделкой салона и керамическими декоративными шильдиками.
Доплатить предложат, например, за медиасистему Meridian Signature с 35 динамиками и системой активного подавления шумов. Звуки в противофазе генерируют крошечные динамики, встроенные в подголовники четырех сидений. А вот общая для всех рейнджей медиасистема Pivi Pro благодаря двум встроенным сим-картам обновляется по воздуху. От идеи двух экранов, завязанных на один процессор, британцы отказались. Телевизор теперь только один, но учитывая, как все тормозило раньше, изменения мы приветствуем. Но в чем Jaguar Land Rover себе не отказывает, так это в издевательствах над русским языком. Типографика, сокращения, переносы и общее качество перевода — эх. Главный экран мультимедийной системы диагональю больше 13 дюймов, он с виброоткликом, поэтому давить надо с некоторым усилием. Ну, быстродействие вроде бы пока приемлемое. Интересно, что сохранились физические рукоятки для климат-контроля. За четырехзонный климат-контроль в Европе надо доплачивать, а в России он включен в стандартное оснащение. Зато варианты отделки можно выбирать. Например, предложенный текстиль Ultra Fabrics и смесовая шерсть Квадрат. Ну и, конечно, натуральная кожа и натуральное дерево. Кстати, кожа — это не единственный вариант. Европейцы напирают на то, что в современную экологичную эпоху нужно заказывать не столько кожу, сколько ткань. Вот здесь даже есть отдельные элементы, сделанные из правильной ткани, которая вырабатывается с минимальными выбросами углекислого газа. И, кстати, в этом поколении Range Rover впервые можно заказать не просто полуанилиновую кожу, это довольно обыкновенная, стандартная, хоть и натуральная, а полностью анилиновая. Погуглите, как делается, это действительно дорогая, интересная вещь, редкая на автомобилях. Расстояние между рядами сидений увеличено на 20 мм, а спинки раздельных кресел во втором ряду могут отклоняться на 16 градусов. Итак, Range Rover может быть 4, 5 или 7 местным, причем третий ряд сидений вроде как предназначен для взрослых пассажиров, а в случае с раздельными креслами второго ряда вы получаете не только регулировку сидений, но и 8-дюймовый дисплей в центральном подлокотнике. А помимо него здесь, на удивление, есть зеркальце. Кстати, впервые на Range Rover'ах можно заказать электропривод боковых дверей, как на Rolls-Royce'ах. Задние будут закрываться с помощью кнопок, а водительская — даже по нажатию педали тормоза. И маневрировать машиной на парковке теперь тоже можно снаружи, со смартфона. И остаются вопросы, что почем и когда. Российских цен пока нет. В Европе машина подорожала примерно на 10%, что в наших условиях будет плюс миллион к нынешней цене. Начало продаж ожидается весной 2022 года, а чуть позже появится и версия SV.